апелляциям со стороны игроков Интера. Да, действительно, обжегся. И сразу же дернул руку за спину защитник Удинеза. Ошибся, конечно, ошибся. И Интер получает шанс выйти вперед. Это бедняга Анжели, вышедший на замену, так неудачно вышел и вошел в игру. Самуэль Это должен забить первый гол Интера в новом сезоне серии А с пенальти. С игры уже забивал Лусио, а вот с пенальти... Ну-ка. Угадал Ханданович. И прямо в ногу Это вложил мяч. Какая досада. Но здесь действительно можно сетовать только на невезение. Что ж, с пенальти Это не забил. Забил с игры. Но от этого суть дела не меняется. Счет 2-1 в пользу Интера. Не повезло Хандановичу. И тут самое главное, не предъявишь претензии защитникам, потому что на 7 метров ближе находился Это, и, конечно, поспел к мячу первым, тем более, что там успевать было некуда. Мяч прикатился прямо на стопу на Самуэля Это. Ну, вообще, на повторе видно, что мяч-то был не такой простой. Это очень технично под него подстроился.